Всем еще раз привет. Я хочу всем выразить огромную такую, знаете, благодарность. Честно говоря, очень приятно, неожиданно. То есть мы вчера открыли сбор, и за сутки, кстати, как-то очень много так откликнулось. Много сообщений для Ярослава, много поддержки, много с этих переводов. Поэтому, вот, честно говоря, девочки, вы у нас самые лучшие. Вы все наши, ну и мальчики, конечно, просто наши, я не знаю, подписчики и друзья. Яра, ты давай там. И хотелось вам, конечно, очень такие слова теплые сказать, благодарности за вашу помощь, за вашу поддержку. Мы все просто пока, так как Яра сейчас проходит курс реабилитации, вот, может быть, я где-то что-то не успеваю или как-то, но мы все выложим в группах. Как только я выложу в группе, все ваши переводы доходят, все ваши переводы приходят. А все ваши деньги, в принципе, они все садятся на Ярин счет. У него отдельная карта, отдельный счет, у него все отдельно, но вообще не с никаким образом, не знаю, сейчас освещение, никаким образом оно не состыкуется с нами. Поэтому все туда у него падает. Еще раз благодарность, конечно, честно говоря, слов нету. В общем-то, в принципе, пока сбор еще продолжается. Все обстоит. Я чуть попозже скажу уже, сколько там собрали, как-то, ну, посмотрим, как мы, как бы, как я смогу выложить или как у нас получится, мы когда сделаем. Но наши чудеса продолжаются. И помимо того, что у нас идет активно сбор на реабилитацию, и надеюсь, что я сейчас буду уже стараюсь договариваться насчет квартиры, постараюсь насчет того, что все-таки Яра проходит сейчас активно, такое получилось, и плюс еще этот реабилитацию, как бы параллельно сейчас у него занятия и массаж вот завтрашнего дня, и ЛФК, и логопед, в принципе. Ну, короче говоря, комплексная такая, в общем-то, реабилитация параллельно сейчас идет, параллельно подготовке нашей к поездке на основную реабилитацию. Плюс еще у нас, вот уже вы видели в предыдущем блоге, к нам пришла посылка, долгожданная наша посылка из Москвы от наших любимых подписчиков Ани и Жени, которых вы уже все знаете, которые обеспечили Ярика компьютером, его этой техникой основной, самый большой, крупный нас, чтобы мы могли вам снимать телефон и плюс ко всему и Мильке ноутбук. Вот, помимо этого, в этом посылке должно было быть, но тогда она не успела, сейчас дошла основная целенаправленность, то, что это было все ради чего организовано в итоге, то есть как бы на что должно было прийти самым основным. Поэтому мы сейчас распечатаем, а вы посмотрите, оставайтесь с нами, порадуйтесь за Ярослава еще раз, ставьте лайки. Огромное спасибо еще раз хочу сказать Жене и Ане. И приятного просмотра. Яра поел, мы поели, немножко передохнули. Мы только еще вот пока в процессе, 6 часов вечера. Но надо. Прям вот хочется. Решили. А, Яра развернуть? Нет, Яр. Да, мы тебя развернем. Андрей у нас пока держится колобком. Аккуратно. Ноги не зацепили. Сейчас откроет папа. Посмотрим. Ты накладную подними. Или она уже не нужна? Что там? Да-д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 а. Барабанная дробь. Красавица. Мы так долго ее ждали. Ну, я так вам скажу сразу, вот это именно вообще самая, наисерьезнейшая, самая специализированная, самая-самая клавиатура, которая создана. Это... Что, это джойстик, наверное? Угу. Да? Наверное, не знаю. Или что? Сейчас разберем. Яр, глотай слюни, или мышка. Или джойстик. Какая-то. Надо еще разбираться. Сейчас, сама. Аккуратно, глотай слюни. Посмотрим, что это такое. Скорее всего, вставляется. Какой-то сенсорное, да, получается, что ли? Да, что-то оно.
может, для жестика. В общем, это надо разбираться, что еще это такое. Это техника. Я вам смотрю через камеру. А может камера, может клавиатура как-то, ну это раз было с клавиатурой, да, больше? Или с чем это было? В общем, я не знаю, потом будем звонить. Жене спрашивать, что это. А это вот. А, вот он джойстик. Вот он тоже красавчик. Мячик это. Там это не мячик, по-моему, это. Как-то там, по-моему, как-то тоже оно. Вещь, конечно, классная. Угу. Ну, батарейка к ней. Которая вставляется. А? Мы потом этот его сейчас узнаем, да, куда-то она вставляется тоже. Мячик, он, знаешь, как бы там, по-моему, для руки, чтобы спастика не была, как-то она, по-моему, чтобы держал через него. Яра, аккуратно. Насколько я понимаю, здесь оно все не на русском. Так что. Ну это... как, удобно тебе, я? Видишь, даже это всегда. Мне кажется, знаешь, оно как типа, мне как-то вот, но я потом почитаю. Стой, Яр, подожди, пожалуйста. Аккуратно. Нет, мне кажется, оно вот, или, ага. Может быть, оно вот здесь вот для этого. Понял, как что? Значит, короче, это надо будет посмотреть. Угу. Яр, здесь еще, а, вот еще и кнопки, видишь, вот они. Нажимаются кнопки, да, то есть как бы это за место, сразу скажу, это за место мышки, то есть чтобы я мышкой не мучил руку и не держал, когда он в спастике, у него получаются вот эти кнопки, это, ну, то есть я почитаю потом, конечно, это, честно, это уже профессиональная такая техника, а вот это что-то подключается, наверное, для того, чтобы клавиатура работала. Да, что-то оно. Яр, аккуратненько, пожалуйста. Яр, и слюни, пожалуйста, вот здесь вот слюни вообще твои. Я потом посмотрю, почитаю, что как оно. Еще какая-то ручка. Это, наверное, для. Стоп, Яр, покажи. Это, наверное, какой-то для чего-то куда-то мешается. Ну да, клавиатура, конечно. Поставь. Крупные кнопки, и там еще другая фишка. Там они этот, как-то от повторов, чтобы они повторы бы не нажимались. Они должны быть. А. Ну да, и для того, чтобы играть. Яр, глотай слюну, пожалуйста. Глотай. Супер, супер. Теперь надо учиться, Яр, уже конкретно учиться. У тебя уже все есть, тебе всем обеспечено. Угу. Глотай слюну. Самое главное. Нет, не играть. Сначала научиться правильно слова печатать. У тебя большие русские буквы. Которые... И чтобы как раз пальцы попадали, никуда не проскакивали. И она, кстати, такая тяжеленная, я не знаю, сколько она весит. Интересно, по весу, и надо потом посмотрю, если что, скажу. У нее вес у самой клавиатуры, ну, 5 кг есть. Ну, Миша, я перебрала. А, написано 1 кг, ну, что-то не кажется, или нет. Что-то непонятно, в общем. Ну, там не килограмм, не килограмм весит, да, я вам скажу. Она вообще такая тяжеленная, и вот, ну, очень такая добротная, да, получается. Ну, ага. Мы потом пойдем. Да, разберемся, короче, надо будет посмотреть, куда, зачем, что подключается. Я так думаю, что это... Она беспроводная, наверное, вот через мышку вот эту работает. Быстрее всего. Ну, посмотрим. Или джойстик работает через вот эту штучку. Выпрямись, пожалуйста, я. Надо будет посмотреть, почитать, разобрать. Жене, огромное спасибо. Ну что, ты доволен? Яра пока в шоке, просто да, опять я в очередном. Изучает, да. Ма, я росла. Нет, а слова нету, читать надо. Читать. Здесь уже, конечно, эта техника уже надо. Здесь тоже. Показывает, как надо делать, что надо делать. Разберемся, ну, короче, мы... И потом будем играть с тобой. Тут все написано, что будет делать. Это на английском языке. Ничего. Да ладно. Меля переведет. Да. Не, ну это, конечно, классно. Вот это особенно джойстик. Ну, в принципе, я так понимаю, здесь смысл вот, вот так, наверное, пальцами, да? Просто, видишь, вот проваливается, он нажимает, и все, да, разово. И, а это уже работает. Это как мышка, по-моему, как я поняла. Ну, я имею в виду, что вот это работает как мышка, а вводит.
Да, не таскать, и надо ему там таскать, надо палец нажать, попадет, не попадет. А здесь он уже, видишь, конкретно кнопку, чтобы нажать, он ее просто попадает. Яр, аккуратно, нет, вот это, стоп, нет, отпусти, пожалуйста, поставь. Здесь все аккуратно, Яр. Яр, извиняемся, у него слюни от усталости сейчас. Плюс сегодня массаж. Рукой туда-сюда. Вот это надо просто подключить, чтобы было понятно, она какая-то распечатали, а потом уже... С компьютера. Это надо к компьютеру подключить, тогда ты поймешь уже смысл ее работы. Для чего, что надо делать? Подключим? Ничего, подключим. Чуть попозже мы их подключим. Огромное спасибо, Жень, честно говоря, это не мечта. Это не мечта, а это... Как всегда, одни эмоции. Что? Даже нечего сказать. Так вот, да, ты такой пассивный такой сидишь. Слова благодарности, я не знаю. Когда бывает, что, как говорится, сказки сбываются. В нашем случае. Что? Хорошо, Яр. Если честно, вот я даже об этой технике для Яры я пока в ближайшие пятилетки даже не рассматривала. Потому что самому это осилить, это просто невозможно. И честно, даже я как-то вот, ну, вы все видели, мы как-то пытались... Яр, аккуратно, пожалуйста, потом подключим, я тебе подключу, когда я тебе дам. Просто так не надо баловаться, потому что надо понимать, что ты крутишь и как ты крутишь. Хорошо? Мы пошли дальше. Угу. У нас еще масса, куча дел. Угу. А это уже потом, наверное, к вечеру, да, может быть, попозже, попозже. Я сама или посмотрю, или с Женей состыкуемся, или Мику подключим. Как оно срабатывает, как работает, и уже потом в действии поставим, вам покажем тоже. Как это работает? Вам. Спасибо, ребята, огромное. Нашу мечту, просто окончательно нашу мечту осуществили настолько, что уже нету некуда даже эмоции свои. Я ли теперь осталось только научиться уже сесть и заниматься конкретно. Так вот.